Ну что, товарищи, арендодатели жилой недвижимости доигрались с неуплатой налогов? Добралось государство до рынка аренды, долго добиралось, но добралось. Если помните, 10 декабря Минстрой выступил с инициативой создания специальной учетной платформы, через которую все арендодатели жилья должны будут регистрировать свои договоры аренды или найма, как хотите, кому как больше нравится. И вот 20 числа, 10 дней прошло, а 20 числа уже произошло совещание, в котором участвовали и «Опора России», и «Деловая Россия», и «Дом Клик», и «Яндекс», и «Авито», и «ЦИАН». Совещание было по поводу того, что все эти системы хотят интегрировать в эту общую систему отслеживания объектов, которые сдаются в аренду. Вот так, ни больше, ни меньше. Не уйти теперь от уплаты налогов. Вот побелеет рынок или нет, интересно, после этого. Или найдутся те, кто уйдут в жесткую несознанку и не будут свои объявления размещать в интернете, а будут по старинке клеить объявления на заборе. Между прочим, после совещания Яндекс и ЦИАН на своих сайтах выступили с заявлением о том, что они не видели законопроекта. Им хотелось бы почитать текст этого законопроекта и что то совещание, о котором так громко заявил сегодня государственный представитель Минстрой, носила общий, очень общий характер. Но, тем не менее, вот ситуация такая. Что теперь будет? Как там быть? Будет ли после этого легче нанимателям? Неизвестно. Я думаю, что нанимателям будет все же не так легко жить, потому как все эти налоги будут учтены в стоимости аренды. И как минимум увеличится теперь арендная плата на 13%. Что думаете? Пишите в комментариях. Обсудим. Пока. Thank you.